Сейчас потерпи. Кто здесь был? Сейчас пес размотает. Куропатки, наверное. Или заяц. Это он по зайцу работает. Зайчик на лёжке лежал. Это он его, наверное, тут и крутил по этой поляне. Ну ничего. А, вон он побежал. Вон он, зайчик попёр. Угу. Вон он, косой, здоровый. Не бывало несколько раз, даже в стойку становился по зайцу. Несколько раз было так, что заяц крепко прям сидел перед собакой. Ну, в основном убегает, конечно. В основном не держит заяц стойку. Редко бывает. Следы куропатки на песке. Вот они тут
ходили. Райт уже убежал по следу. Сейчас посмотрим. Молодец. Молодец. Далековато поднялись. Один раз бахнул, второй уже не стал. Тем более по толпе, чтобы подранков не наделать. Сейчас пойдем найдем эту стаю. Да, Райт? Молодец. Четко сработал. Стайка так голов, наверное, 15. Хорошая. Может, еще поднимется. Ну, куда-то туда надо запомнить. Нету? Хорошо. Молодец, Райт. А я лопух. Давай, может, еще есть? Ищи. Две штучки туда улетели. Давай, ищи. Хорошая курочка. Наверное, самец. Пятно на груди. И, скорее всего, того года. Взрослый. Раскраска. Как у взрослой птицы. Так, сейчас повесим на подвязочку. Пойдем еще посмотрим парочку. Я видел, куда она приземлилась примерно. Большая часть ушла наверх. Куда она там полетела, хрен ее знает. Уже у нас времени нет их искать. А ту парочку посмотрим. Молодец. Молодец, Рай.
Фух. В предохранителе запутался. От неожиданности. Отсюда взлетело. Где-то еще одна рать здесь. Ищи. Их две штуки тут было. Вот, теперь ты причуял. Вот надо вторую найти. Сидит крепко, испугалась. Ищи, ищи, ищи. Ты глянь, как крепко сидит. Как сели, так и сидят мертво. И запах не дают особо. Что, зараза? Ладно, пойдем найдем, куда упала рать. Ко мне. Ищи. Битую ищи. Где-то тут. Далековато стрелял уже на исходе. Ну, больше, чем 35 метров. Ну, где-то так. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Битая. Ищи, 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 ищи. А, подранок был. Молодец. 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 Подранка нашел. Все, отдай. Дай, Райт. Все, молодец. Давай. Молодец. Нашел. Молодец. Ну что, Райт, давай выйдем наверх. Пройдемся по над полем, полукругом так обойдем и выйдем как раз до мотоцикла. Подъем в гору. Ростовские горы. Хорошая увесистая куропатка. Сейчас подвяжем.
Отлично, Райт. Молодец. Просто супер. Фу, вот это да. Вот это круто. Молодец, вот это подарок. Уже 200 метров до мотоцикла. И такой сюрприз. Молодец, Райт. И я молодец. Как хорошо. Как хорошо отстрелялся. Петушок. Наверное, петушок. Нету больше. Просто изумительно. Молодец. Хорошая охота получилась.